самолет смывает в это небо правые бочки и пошел вираж вправо. Обледенение, как правило, появляется у нас на высотах до... Достаточно крутая глиссада, вот как я сейчас наблюдаю у этого самолета. Очень низкая посадочная скорость, я вам скажу. Замечательно. Вот. Ну, это, наверное, за счет механизации хорошего выравнивания. Ну, достаточно высоко выровнялся, не знаком еще с полосой, правильно, сказал, со широкой.第一个是首次出国，第二个呢就是说从哈尔滨飞到俄罗斯，这个大约是6000多公里，接近7000。那么呢，从中也考验了一下这个飞机的这个功能可靠性，还是非常不错的。座椅就可以收起，完成由客运转为货运的转变。成。Ну а так мы бы хотели пожелать данному самолету большого будущего в России, с учетом того, если вы быстро перестроитесь под потребности заказчиков в России, ну, наверное, можно предположить, дать положительную оценку будущему этому самолету.